Так, ребята, всем привет. Небольшой обзорчик по заказу по лучкам. Заказали вот 50 сантиметров лучок с насторожкой на насекомку. Тут усики такие. И вот 60 сантиметров. Я не знаю, зачем. Женщина сказала, для синичек. Ну вот, пожалуйста, вам для синичек. Ну, он просто огромный. Вот даже если сравнить. Вот 50 и 60. А хотела вообще 80. Не знаю, зачем ей. Даже 50 большой. Для таких... Для мелкой птицы, ну, мое мнение, и 30 достаточно. Потому что, как правило, вот насторожка вот здесь. Хлопает он моментально просто. Даже с одной пружинкой. Вот на 50-сантиметровом тут одна пружинка. Вот здесь она стоит. На 60 я поставил 2. И с этой стороны, и с этой стороны. То есть хлопает он, дай боже. Вот так все это выглядит. Вот здесь. И вот здесь. О. Чуть-чуть тронул и сработает. Срабатывает. Быстрый какой. Продолжим. Вот здесь и вот здесь пришпиливается шпильками. Ну и вот тут по краям можно еще здесь пришпилить к земле. Он выравнивается, потому что сейчас пружины выгинают. Вот эти. Да что ты, блин, будешь делать? Ты глянь. Насторожка, конечно, шикарная. Вот, все это по краям пришпиливается, он выравнивается и, соответственно, будет ровнее. Ну, конечно, большой, 60 сантиметров, я не знаю, зачем. Ну, дамы посчитали нужным вот такой. Легенький, тоненький, все аккуратно сделано. Кому надо, обращайтесь, сделаем. По цене там за даром считай. Ну и насторожка уже, понятное дело, да? О. Попробую показать, как он хлопает, не пришпиливая. Дома, конечно, не к чему пришпилить. Но тут все очень быстро. Вот, то есть она только дернет, она тут и останется. Поэтому такой диаметр 60 сантиметров, ну как бы, вот. Момент хлопка, там доли секунды. Зачем 60, непонятно. Ну ладно, заказали 60, сделали 60. Завтра все это поедет к заказчикам. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч.